перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Привет. Всем привет, дорогие друзья, кто постепенно присоединяется к нашему эфиру. К нашему эфиру. Привет, привет, привет. Как у вас обстоят дела, дорогие друзья? Хорошо ли ЦСКА? Привет, хочу поздравить хоккейный клуб ЦСКА с победой и с выходом в финал. Зачем я вышел в эфир? Хотелось бы прокомментировать слухи и публикации левотурные по поводу судов, связанных с Газголдером, что-то такое. Даже не саму новость, а то, как это все раскручивается и как об этом говорится. Как паблики это подхватывают, как сайты об этом пишут, как это формируется в какое-то большое движение. Вот я хотел сказать про несколько сайтов. Вот сайт Repro, это давно является сайт с пробитым уже дном, да, ну просто... Не с пробитым дном, а днищем, да, сам по себе. Это понятно. Но вот эти паблики, новый рэп, рифмы и панчи. Ребят, вы вот вы с такой претензией к культуре, о том, что вы про культуру, о том, что вы про настоящее, про тру. Вы бы, сука, вот девчонки собрались бы там и хотя бы проверили информацию, что вы публикуете, на чем она основана. Вы как говорящие попугайчики, вот вы чушь поймали и друг другу там перекидываете, как бложки в перышки перебираете. Ну вы ж взрослые ребята, возьмите, потратить 10 минут, вся информация о том, кому принадлежит Газголдер, кто участвует, кто является акционером Газголдера, находится вся эта, можешь прибавить сейчас звонок, сейчас связь пропадет, на газ нажми, пожалуйста. Вся информация, ребят, находится в свободном доступе. Максимально зайдите, посмотрите, просто проверьте. Два дебила закидывают эту мульку, и вы просто... Я понимаю, что у вас там новости, связанные со мной, это просто манна небесная. Там, для вас это подарок. Ну, вы займитесь, вы же там такие серьезные, так о рэпе рассуждаете, о музыке, о важном, о большом, о глобальном. Ну, будьте большими глобальными, будьте профессионалами. Находите, понимайте, разбирайтесь. Рифмы и панчи, елки-палки. Вы-то там вообще просто с открытым забралом кидаетесь на любую амбразуру, защищая новое, все правдивое, настоящее. Ребят, о чем вы говорите просто? Поэтому я был удивлен, и вот там информацию взяли 2015 года о перемещении знаков с одной нашей компании на другую. Это чисто наши корпоративные взаимоотношения. Этому было дано определение, было объяснено, судебно решено, почему это так должно произойти. И вы, сука, каждый из вас, сайт ваш, каждый там дурачок, у которого есть претензии на журналистику, публикует с таким «отжали сайт». Я просто еще вчера почитал, я думал, я умру просто от смеха. Каким же надо быть просто низкого уровня профессионалами, чтобы вот такое, просто в такое пускаться, да? Вот каждый, кто об этом написал, вы понимаете, да, что вы себя просто дискредитируете и показываете себя, что вы просто лужпаи. Глупые, необразованные, некомпетентные, не понимающие вообще того, что происходит и как должно быть. Еще раз, специально для всех слабослышащих и плоховидящих скажу, что Газголдер,
Газголдер Рекорд, все, что связано с Газголдером, никуда ни у кого не забиралось и осталось там, где оно и находится. А всем, кто считает, что он что-то отжимает, там, забирает, приходите к нам на газ, мы вам метлу дадим, там, под землю подметете, порядочек наведете, хоть какую-то пользу принесете, отжимальщики. Вот. Поэтому я призываю вас просто быть как-то с разумом как-то подходить к тому, что вы пишете. Если вы просто хотите создавать конфронтацию, ну и этого нас, и это нас никогда не пугало, и не поверьте, всегда найдется на этот самый, на каждое письмо найдется конвертик, поэтому, так что вот такая вот история. Ну сайт Рэп.ру, ну вы там днище, ну оказывается, что у вас еще там еще пробивать днище, там, ну подхватывайте это тоже. Что еще интересного, ребят? Вот в ожидании чуда концертов. Апрельские концерты 20, 21, 22. Вот. Всех приглашаю. Мне кажется, будет круто. Мы там придумали особую программу. Интересную такую. Интересное решение сделали для концерта. Продолжаем заниматься спортом. И, конечно же, музыкой. Что у вас там? Да, Хабиб красавчик. Что у вас там интересно, дорогие друзья? Ну-ну-ну. В Мегаспорте, да. А я здесь сказал, 3 концерта в Мегаспорте. Кепка зачет, скажи, вообще бомба, да? Так что вот такие вот дела, ребят. Все, кто это самое, что-то там отжимает, забирает, всех ждем в гости. Всех ждем в гости. Конечно. Красное, синее. Красное, синее. Так что вот так. О, давай в прямой эфир. Так, выйди в прямой эфир. Hey, yo, yo. What up, Zinsa? What's happening? What's up? Видишь, у меня Ростов, понял? Конечно. Конечно. Как дела, Михалыч? Нормально, брат, газ отжимает у нас. Нормально, вот с Макрухи едем, я Назик М-пакет, понял. А что сзади у вас, что за пацан у вас сзади сидит? Это Дима Динамо, братан. Ты посмотри, какая тут сиська. Старик, что у тебя за сиська? У тебя что, ксентолом накачал там? И он показывает. Покажи апельсин свой, покажи, как ты сделал еще раз. Покажи. Покажи, покажи, Димасик. Ну, старик, а неестественно как-то. Посмотри, ты видел, да? Да не, брат. Это просто пацики с Лесного. Алло. Я еду уже на репетицию. На мосфильмовскую, да. На репетицию детского школы. А мы в Киев едем. В Киев едем. Класс. Как погодка? Жара, я варюсь тут, отвечаю, в спортивном костюме. Здесь 20 градусов. Здесь 20 градусов. 20 градусов в Москве, Вася. А у нас 26. Отвечаю. Вот ты почему ты всегда добавляешь что? На 6 больше, брат? Ну это ж моя любимая цифра, понял? 69. Я ж всегда мечтал, чтобы Баста 6 выйдет, но не судьба. Ты знаешь, Баста 6 не выйдет. Невозможно, чтобы мое имя с этой цифрой рядом не попадается просто. Да. А что, а когда первый выпуск уже появится? Скоро, брат, скоро уже все там смонтировали. Да, мы рекламу. Брат, я тебе хочу сказать, вот просто респект, брат, за то, что мы сделали. Мы сказали новое слово в рекламе, брат. Ты когда увидишь ролики, ну это просто убийца, брат. Там горбыли серьезные, да? Там ты что, там такие фисташки, братан? Ты что, там золотые орехи просто, брат. Это просто. Не, ну, как говорил диджей Калит, prices went up, понял? Да, we are the best. Вот так. Ну, слушай, я вообще без ума от этой всей движухи. Мне нравится, братан. Сейчас собирается дальше гости, чем дальше, тем. Ну, уже мы будем поувереннее, да? Я думаю, потому что мы так переживали просто первый. Я вообще с Безрукова в шоке. Это ж мой кумир, братан. Ну, вообще. Да? Ну, ты видишь. Круто. Я его когда увижу, я с ума сойду.
Я сам переживаю, брат, как это все будет. Ну, ты знаешь, нам по секам. Ладно, все, камни... что, я тебя так. обнимаю, братан. Я тебя тоже, братан, давай, удачи. Так и будет, брат. На простоте. Давай. Всем, всем пацанятам привет, брат. Всем мир. Все, обнимаю всем всех, обнимаю. Давай. Теперь мир вверх, брат. Да, дорогие друзья. Что там? Ростов, привет всем, привет. Так что так. Так, посмотрим, кто у нас еще есть в эфире, кого пригласим в нашу рубрику. Говори, говори. Ну почему же ты молчишь? Да елки-палки, а. Да что такое, а? О, есть. Зацепил крючочек. Так, ну. Делать. Мы рано. Ну что, есть подключение, нет? Ну, здравствуй. Испугалась. Ребят, еще раз всем, кто только что подключился к эфиру про суды и газ, еще раз расскажу, что это все чистая фуфлятина. Все, я написал пост, можно зайти ко мне на страницу и посмотреть пост, о чем идет речь. Идиоты разгоняют просто, идиоты подхватывают. Не хватает мозгов у людей просто прочитать информацию, которая есть в интернете в свободном доступе. Там, кто акционеры, какие суды просто. Вот, так что зайдите, посмотрите и будьте в курсе. Будьте умнее. Ладно, все, всех обнимаю, всем хорошего дня. Всем мира.